Артем Смоленков вместе со своей командой «Союз» сражается за путевку на городские соревнования. Каждая игра с соседями по району проходит очень напряженно. На площадке нужно думать, как в шахматах, и молниеносно принимать решения. В разных ситуациях по-разному. Конечно, когда выходишь один на один с вратарем, сразу в голове появляются мысли, как разобраться в этой ситуации. А так, ну, конечно, всегда на поле нужно, чтобы играть с головой, чтобы тебя они как-то не прижали, не сломали и все в этом роде. «Золотую шайбу» в промышленном районе разыграли в 5-й раз. Турнир проходит в двух возрастных категориях. За медали сражались 7 команд. В старшей группе хоккеистов победу одержала команда «Союз». В средней группе золотые медали получили мальчишки технического лицея. Сильнейшая команда прошлого года приняла участие во всероссийских соревнованиях. Мы надеемся, что «Союз» будет участвовать во всероссийских соревнованиях обязательно. Команда довольно сильная. Считаю, что у нее есть все шансы поучаствовать в федеральных соревнованиях. Впереди у чемпионов районного масштаба городской турнир «Золотая шайба». Он пройдет в январе. Затем в феврале финалисты встретятся со сверстниками из других районов региона на областных соревнованиях. А уже в марте и апреле лучшие команды разыграют «Золотую шайбу» на всероссийском турнире. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.